Подожди, Андрюха. О, вижу, Андрюха, хватит лежать на диване, вставай! Олег, смотри, у меня носочек лежит, как смотри, видишь? Я носочек поправлю туда вперед. Андрюха, вставай, там обдуло выше, давай быстрее. Не, Олег, нахуя, я не хочу глаза открывать, смотри. Вставай быстрее, я кому сказал? А, дебил, блядь! Слезь с моего дивана и пошли быстрее в автосалон. Куда мы пойдем? Не. В автосалон, новые тачки пошли посмотрим, да. Фига-то нормально. А что ты как дебил опять оделся? В смысле? Где, что тебе не нравится? Ты затупли, блядь. В смысле? Ты что, прикал? Что тебе не нравится? Официальный костюм у меня, слышишь? Ветровочка такая, белая рубашка. Что тебе не нравится-то? Ну? Отвратительно. А ты сам-то как-то одет, а? Как гангстер. Тебя даже, смотри, ты куртку надел на голое тело, нормально? Как кожаную куртку, у тебя там ничего не, это, не мокро, не потеет. Нормально все, да? Я гангстер. Ну я так и понял. Короче, друзья, всем привет! С вами сегодня, как всегда, кофе. Со мной сегодня Андрюша Эндифай. И сегодня мы играем на первом сервере мира в GTA 5 RP. Есть семью, пацаны. Если ты, Олег, не помню, у меня вообще-то девушка есть, смотри. Андрюх, а ты вот это видишь? Да я понял, что у тебя есть девушка, но смотри, это же новый корвет, а? Корвет, Олег, да, уже вот купил. Вот это я понимаю. Смотри, Олег, Андрюх, а Камара-то где твоя новая? Не. Ну, Олег, еще и не купил, а смотри. А что, подожди, а что за Ксюша, подожди, а что это когда ты успел-то, а? Ну вот, пока ты там это, блядь. Ага, то есть вот так вот, а? Значит, съехал от меня, девушку нашел. Понятно, понимаю. Да, а ты что, ревнуешь, да? Ты что, нет, конечно. Хочешь, Олег, я ради тебя ее брошу? А давай, 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 отвечай за слово. Ладно, давай, хорошо, давай, я ее бросаю, давай, поехали, я с тобой. Мне похуй на эту девушку. Ну садись. Ладно, мне не похуй на самом деле, Олег, но я тебя люблю больше. А сколько вы вместе уже встречаетесь-то, а? Ну, минут 5. Все знаешь, понятно, Андрей, значит, со мной 2 года, значит, а с ней 5 минут, да? Так я же вернулся обратно, да, видишь? Да, да, да. Чё это такое, смотри? Не многовато ли типу тачек? Смотри, просто, не многовато ли типу тачек? Пиздец. А чё тачек так дофига? А это чё, это новая бэха? А, подожди. Нихера она в окрасе. Да, а, вот ты видишь, что же? М2, БМВ. Ой, они бля. Разные, это разные, смотри. М5, М90 и М2, да. Ну, но М2, пиздец. По-моему, новая, ее не было, да? Да, да, а да. Ты, это кам... А. Это тоже разные, смотри, видишь? Камри чисто разные. Блин, нифига, зачем типа пиздец. Столько тачек вообще, интересно? Не, ребят, мы, конечно, не такие мажоры, как бы, да? Смотри, о, смотри, этот Nissan новый, который Титан. Да, да, блин, прикольно. Можно, Олег, никуда не ехать, прямо тут можем... Можно прямо тут посмотреть на новую машину. А это что такое? Чё? Я не знаю, чё, ребят. Стой, 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 блядь. Извини, извини, я не знаю, чё у нас на районе происходит, ребят, но... Я такого вообще не видел, чё это, блядь? Не, это из стандартной GTA-шки такая тачка, подожди. А ты можешь сесть в неё? Да, ну и оно у меня ключи. А чё? Или бензин. Нихера себе. Ой. Ну а там, там ключей нет. Ну я так и понял. Ебать, прикольно на самом деле, если вот эту штучку добавили. Блин, столько всего нового, походу. Слушайте, ребят, мне прям на самом деле реально не терпится посмотреть. О, территория под контролем петушки, смотри внизу. А-а-а, я вижу. Ну то есть не надо, да, платить там за проезд, да, за нахождение. Да, ничего не надо, Олег, здесь все мое. Отлично, отлично. Так, ну что, давай сразу поедем, конечно же, в автосалон люкс-класса, так сказать. Да, посмотрим, что там. Нахуй. Да, посмотрим, что добавили там, потому что я на самом деле смотрел, крутые тачки должны были добавить. Они по-любому есть, тем более одну из них мы уже сами видели, которая подъезжала ко мне. Это новый корвет. Блин, столько всего нового. Я так скучал по обнове, на самом деле. Я так долго их ждал. Ну почему ты такой криворукий? Почему ты не умеешь ездить нормально? Никогда в жизни. Нормально я умею ехать. Но я не знаю, сейчас посмотрим вообще, что там есть в автосалоне новенькое такое. Интересненько. А, это еще один корвет, а? А, это да. тот же. Самое лучшее. А смотрите, вы знали, куда поедем? Догадались уже. Самое лучшее, то салон, Олег, где? Где? У меня. Справа. В смысле, у меня там, за городом. Бля, ты охуел. Ну ладно, ладно, ребят, давайте перейдем. Заходи. Смотрите, здесь тоже есть такой тату-салон. Ну нормально, можете тоже, если как бы хотите татуировку такую среднего класса, да, не такую, конечно же, как у меня, крутую, да, вот можете, в принципе, чё, охуел, здесь лучшее качество, блядь. Так, Андрюх, я все, я пошел в тату-салон, посмотреть, что там добавили, погоди. Так, список товаров, сейчас посмотрим, ребят, что там такого интересного у нас есть. Так. Так, ну Макларен это есть, это и так, это было. Так, подожди. О, вот она, красоточка, красотулечка, а. Порш 911, сколько он, 12, ой, а мне-то не хватает. 12? Надо будет, скорее всего, заехать в этот, в тату-салон мой.
и снять оттуда деньги. Да, давай ты у меня сни. А, ну я могу у тебя снять, Андрей, как в кайф. Не-не-не-не-не. Подожди, а что-то добавили еще новое в этот салон? Вот я вижу, 11-й. А, во, вижу, корвет. Вот, корвет вижу новый. 6 лямов стоит. Ну, блин, если честно, вот если смотреть на новый корвет и на старый, мне старый нравится больше. Да, старый, конечно, классический. Старый классический, просто кайф. Круглыми фарами там такой, с длинным капотом. Олег, а ты чего мусоришь-то здесь? Чего? Ты чё мусоришь? В смысле мусорю? Не поднимайте, это Олег Кошев выбросил. Подожди, GTR... Чего? Оставьте мусор. Nissan GTR 4900 стоит? Он же раньше 3500 стоил в контейнерах. О, так это, слушай, так это вообще прикольно. У меня же есть GTR, то есть он это подорожал в цене, получается, да? Круто, круто. Вот это мне нравится, вот это прям хорошо. Иди сюда, Олег, быстро, давай. Да иду я, чё, где ты? Вон валяется мешок мусора, ты чё, охуел, что ли, так бросаться мусором? Вон. Чё такое? Поднимай, убирай за собой мусор. Хуевшая свинья, хуевшая. Какая свинья, я туда же не проходил. А что за мешок мусора? Подожди, что это такое? Реально, смотри. Это Олег, то, что мы у тебя потом по дому раскидаем. Ну я выбросил его здесь, все. Ну если ты сейчас свинь. А что он у меня в кармане лежать будет? Это вообще не мое. Я у тебя дома выброшу потом. Будешь, бля, прямо на кровать тебе высыплю. Договорились, договорились. Так, ну слушай, поехали. Посмотрим по другим, пока что покатаемся этим. Что здесь такое происходит? Короче, поехали! Поехали, смотри, давай сначала доедем до моего тату-салона. Я оттуда деньги сниму, потому что там как раз-таки у меня почти поляма лежит. Нет, твой тату-салон-то самое точно... такое зашкварное место здесь, то что не надо. Стой, ты видел, сколько людей там? Подожди, стой, а что за кипиш здесь? Что такое? Там еще что добавили машины, да. О, полицейский корвет, смотри. Полицейский? О, и Панамера стоит, смотри. А она, правда, с души заключает от Панамеры. Слушай, а полицейская, то есть это прям полицейская тачка, да? Да. Слушай, ну на самом деле это круто, потому что теперь хотя бы у них будет тачка, которая сможет догнать кого-то, да? Олег, реально это круто был. Слушай, там еще Панамера, блин, Панамера тоже, кстати, имба. Мне интересно, Каен. Это Турбо С какая-то или какая вообще комплектация? Я пытаюсь ее найти, она вообще здесь. Так, список транспорта, сейчас погоди, я хочу посмотреть. Но мне кажется, Панамера не здесь будет продаваться. Так, вот Лексуса вот этого не было. Триляма. Слушай, ну тоже круто выглядит. Тоже, блин, нравится мне все. Блин, столько теперь всего хочется купить. Подожди, а Toyota Land Cruiser 200... А, был, вот он был, да, был. Да, ну, блин, кстати, прикольно, да, тоже такой, ничего. Этот, вместо него добавили, по-моему, не Lexus, а этот, Гранч... Нет, не Гранд Чероки, а этот... Что давай, Леонид? Я не помню название. А, Олег, здесь Nissan Titan есть, который забавляет. Так, да, я уже посмотрел на него. Бать, здоровье, я охуею. Крузак, Олег, крузак добавили. Ну что, понятно, тогда поехали в следующий салон, но перед этим надо заехать за деньгами. Иначе нету никакого. Что, там свои копейки будешь скрести, Олег? Конечно. Загребать из кассы, наш мелочь. Андрей, копейки, но зато качественно, понимаешь, заработанные деньги, качественно сделаны татуировки. Не то, что у тебя. Олег, смотри, у тебя из-за того, что большая проходимость, да, в твоем салоне. Как понимаешь, мастера твои устают, понимаешь? И вот сначала, например, первая татуировка нормальная получается, а потом по накатанной идет, понимаешь? Они посменно. А мои мастера профессионалы, понимаешь? У меня посменно, у меня по два мастера. Да. У меня, понимаешь, у меня профессионалы работают. Они, у них стаж работы просто уже, понимаешь, 10 лет. Олег, успокойся. Они там такие татушки мутят просто, понимаешь? Всем рэперам делали, реально, самым крутым чувам. Так что, Олег, смотри, да. У меня обезака послушается за день, твой за неделю, успокойся. Так я же говорю, что это из-за того, что... Олег, текучка большая, отзывы хорошие, качество работы тоже хорошее, поэтому у меня много денег, а ты там... Да что ты говоришь, да? Да. Так, Андрей, самое главное, здесь не развод, нормально? Ой, бля! Ебать, тебе повезло. Слушай, повезло, это скилл. И вот это скилл. Это тоже скилл? Вот, да не, нормально, слушай, проезжаем пока. Я обожаю на самом деле эту дорогу, потому что здесь просто разложиться очень просто. Мне кажется, здесь можно вообще очень хорошо апнуть свои навыки вождения. О, откуда он появился? И реакцию. Так, ну смотри, все. О, видишь? А, это не ко мне, да? Эх, жалко. Ладно, иди мелочи скребай. Сейчас, погоди. Так, ребят, если кто не знал, это мой тату-салон. Я хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, кто пользуется моим тату-салоном. Спасибо каждому, кто делал здесь татушки. Ребят, вы огромные молодцы. Реально, спасибо вам большое за вашу поддержку, потому что вы этим самым, на самом деле, очень сильно помогаете и поддерживаете. Так что вам и респект, реально, пацаны. Вы красавчики. Все, да, лучше заезжайте в мой. Так, спасибо, Андрей, да? Слушай, спасибо. Так, смотри, я снял 1 700 000. О, у меня как раз 12 лямов 900.
600 тысяч. Ну нормально, нормально. Я зачем потом деньги подниму на казино? Да, если, конечно, не солью их, вот, а то будет немного печаль. Так, ну так чё, а где Панамеру покупали? Поехали. Я так понимаю, ты хочешь 911, да, взять? Ну, я больше... Ну подожди, давай сначала посмотрим вообще, что еще как бы есть, да? Мне просто надо понять, я тогда буду донатить, что мне. У меня денег нет. А сколько у тебя? У меня 5 лямов есть. Ну нормально. Видишь, такой поток, я пиздец, вообще, я в шоке. Я не знаю, вообще, этот поток бешеный, нереальный какой-то. Но мне на самом деле нравится это, чисто. Оживленность, да? Блин, я не знаю, я реально, я постоянно кайфую такого потока. Ебать, ебать, ты что делаешь? Мне он прям, тихо, разогнались. Ребят, Макларен — это такая машина, она просто бешеная, реально. Ей очень тяжело управлять. На скорости, конечно, да, ей вообще кайф, как бы, да. Кстати, не задел. Прикинь, красава! Так, да, нам сюда. Это ты сам Яндекс доставка, бля. Ты видал? Мы идеально проскочили. Просто идеально проскочили, ребят, там столкновение, мы просто, понимаете, настолько тяжело было миновать, но мы это... Куда он, блин, куда все прутся вообще, я не понимаю. Понимаешь, Олег, какой-то суета, да, все торопятся, куда-то спешат, бля. Да. Такое чувство, Олег, знаешь, на тот свет, бля. Суета прям какая-то нереальная. Так. Вот мы, ребята, и подъехали, значит, к среднему автосалону, да, среднего класса. Так, а, это даже не средний, это даже премиум, понимаете? Это премиум! Так, ну давайте посмотрим. Так, ну мне кажется, что 7 лямов она стоит, прикинь? Кто? Панамера, 7,5 стоит, Блина. Вот. Да, вот она в самом конце практически. Ну сейчас X3 донат, я могу поддонатить немного. Блин, там. Слушай, ну прикольно, тоже такая сасная на так самом деле. Так мне взять для этого Панамеру, да? Ну да, давай. Ты хочешь их замерить против 911? Ну а почему бы и нет, это было прикольно на самом деле. Но понятное дело, что 911 будет быстрее, как бы, да? Но в любом случае, это Панамера Турбо. Я могу взять ТТРС, Ауди, поставить на чип и выебать. Слушай, подожди, а что еще здесь продается? Там из новых тачек же дофига еще вроде добавляли. Ой, Андрюша, а знаешь, что я нашел? А? Камара, ага. Тут и старая, и новая, бля. Ну, тут старая, не, это наоборот новая. Там далеко, может, Камара взять? ZR1. Нет. А чё это нет? Вот, Олег, смотри, после Камаро сразу Линкольн. Где? Бизнес, это тоже седан бизнес-класса. О, нифига, это новая тоже тачка? Да. А, ну реально, ее раньше не было. А я даже, слушай, я даже не... Если честно, то я даже не помню, ну, такой, как бы, марки автомобиля в реале. А ТТРС добавили, реально? Блин, ну не знаю, мне, типа, ТТРС прям не нравится вообще. Он какая-то, знаете, такая смешная, типа, машинка, не знаю. Это женская машина, она маленькая. Она, типа, наваливает, я понимаю, что она наваливает, да, типа, но, блин... Вот, Камары 2012 года, вот это другое дело, вот это покупаем. Нет. Да ладно, я шучу, Андрюша, шучу. Я знаю, что это твоя машина, я знаю. Как бы не претендую. Так, ну все, по-моему, больше, ну не знаю, там... Если только доехать еще до дешевого, как бы, да, салона, посмотреть, вообще, что там добавили. Олег, вот один, да. Ты уже купил, да? Ну, я задонатил, да, купил. Я потом ее солью все равно. Ну, поехали прокатимся. Поехали прокатимся до дешевого, посмотрим, добавили там. Ну, ты ко мне сядешь. Ну, давай вместе, проедемся просто. Ебать, она тулит нас, смотри. Нормально? Ой, нифига, слушай, наваливаю. Так, куда он здесь, направо, налево? Направо. Ты охуел? Извиняюсь, прости, он налево сейчас. Блин, слушай, не, ну Панамера прикольная тачка тоже. Она как бы, самое крутое то, что в ней это 4 двери, как будто не она наваливает, то есть, проскочил. Он нахуй вел слепец. Ты, по-моему, даже кого-то сбил, Андрей, ты... Андрей, ты сбил Олега мафиозника, понимаешь? Ну, смотри. Да, блин! А я-то при чем? А я при чем-то здесь? Нет, Олег, ну просто тебя добить. Ну, блин, два Олега лежат. Два Олега рядом друг с другом лежат. Ну все, наконец. Так, Андрюк, давай посмотрим. Но мне на самом деле почему-то рассказываешь, что в этом салоне вообще практически ничего не будет, если честно. BMW хотя... M2. А, хотя нет. Слушай, ну смотри, она, конечно, но очень сильно выделяется на фоне всех тачек здесь. Да. А почему? Что она делает в этом салоне? Почему она продается? Она должна быть средней, мне кажется. Ну да, типа, тем более, смотри, тут ценники идут 700-600 тысяч, а это 2 миллиона 800. Такой резкий переход такой. Да. Получается, в этом салоне добавили только одну тачку, да, и все. Угу. Ну, понятно. Олег, опять Олег Мафиозник лежит, блин. Ну все, погнали, Андрюх, пора. Олег Мафиозник до сих пор здесь лежит? Каким образом? Сидит. Поехали, Андрюх, ладно. Ой, слушай, да на Панамере прокатиться. Пристегнуть ремень, да. Все, пристегнулся? А что, на ктоме... А, не, вот сейчас нормально. Ну, слушай, 200. Она хуярит, бля.
Ну, это, конечно, не Макларен, как бы, да. Ой, а что с тормозами у нее? Да, Олег, привык на помойке кататься. Да ты прикалываешься, конечно, на помойке. Слышишь, да ты на помойках катаешься. Макларен там, да. Ты че, охуел, что ли? Просто по болтикам там, по гвоздикам. Ну, вот что вот он делает, когда он по встречке едет? Слушай, ну тормоза, конечно, привыкать надо, потому что тормоза очень долго все делают. Так, а нам, чтобы... Да, прямо сейчас надо... Тормоза не менял, Олег, тормоза, да, говно столько. Я так и понял. Я мощности въебал туда, а тормоза не поменял. Слушай, ну мне кажется, в салоне прикольно. Да, смотри, мультимедиа такая, конечно, если бы не редукс. Но на самом деле я знаю, как это свечение можно выключить. Просто не лень все время его выключать. А как его выключить можно? А там где-то в настройках надо что-то переключить. Я просто постоянно забываю каждый раз, когда я хочу. Ну так бесит это свечение. Да, да, есть такое, но я постоянно забываю про то, что это можно выключить. Так, давай, короче, сейчас я... А, ты хочешь еще раз мой бизнес пропиарить, пацаны? Лучший танцов? Какой, слышишь? О, нет, слушай, кстати, мне нравится, что там и сзади мультимедиа такая интересная, прикольная. Олег, вылезай с ремень, отстегивай. Тачка кайф. И стоит, сколько еще раз она стоила, погоди? 3 миллиона. А, 3 миллиона, нормально. Ты что, на пушке ее покупал? 3 миллиона, нормально. Так, ну все, ребят, настал тот самый момент, настал тот самый день. Мы с вами приобретаем 911 Porsche. Ой, какая же соска-то, а? Так, ну мне интересно, я даже не буду, наверное, делать тест-драйв. Потому что, блин, у меня на самом деле все тачки, которые я покупаю последние, это идут купе. Вот реально, ни одной, ну, типа, тачки четырехдверной. Все, я купил. Давай, минус 12 лямов. А я не понял, а что она грязная-то, слышишь, а? Что, тяжело было, да, помыть ее перед продажей? Олег, смотри. Смотри, Андрей. Подходишь, что так бьешь в ебало. На Андрей, смотри, у меня тачка грязная. Ну как так-то, ну ё-моё. И стоит Олег кофе, вы так к нему подходите и так... Ну, а нахуй. Ну, смотри, Андрей, тачка грязная. Ну, смотри, видишь? Реально, давай, смотри, сейчас почистим. Ой, так, ну ладно, давай прокатимся, посмотрим вообще, что она из себя представляет. Слушай, ну, на самом деле, вот белый цвет идеально, мне кажется, идет, и диски просто идеально сочетаются. Да. Блин, мне прям нравится. Мне такая грязная. Мне прям очень нравится. А твоя, Андрей, смотри, тачка грязная, тебе тоже... Да ладно, похуй, потом помогу. Так, ну что, и куда поехали, наверное, за город, станем на шоссе, и там как бы сразу заезд такой сделаем. На я, шоссе? Я, наверное, сегодня не буду прокачивать, ребята, ее, потому что денег как бы не осталось, и нормально как бы пропарковался чел. Давай поехали, разворачиваемся тогда в обратную сторону. Ты вам можешь это было пораньше сказать? Так, ну, Андрюк, давай встанем где-нибудь еще на трассе, как обычно, как мы любим. Я не люблю на трассе стоять. Блин, походу... О, нифига, слушай, она наваливает. Ой, блядь, тормозов нет, Олег, вообще. А я говорил, что тормоза у тебя вообще почти не работают, чувак. Ты говоришь, погоди, что? Буду тебя, Олег, сейчас ешь. Ой, да, конечно, давай я вот здесь вот встану на своей полосе, а ты давай. На своей. Давай, я тебе фору давай, или без нее справишься? Давай без нее, тебя уебу. Ну давай, 3, 2, 1, погнали, давай. Ну что это, и что это такое? И что это такое? Да ты Бля, вот ты прокачу. Да я просто по прямой проеду. Да просто у меня Ксения сидит в салоне, она толстая и машина не разгоняет. А, то есть вот... О-о-о, тихо. Фига ты, как увернулся от аварии. Без тюнинга она едет пока что 310, 330. Слушай, ну нормально. Фига у нее перед прижимают. Да. Да, 340 еду. Не, слушай, ну если это без тюнинга, блин, мне прям очень интересно посмотреть на то, как тачка будет ехать с тюнингом. 360 еду! Офигеть! Блин, нифига, я еду 340, все, максимум. Серьезно? Да. Слушай, ну на самом деле, смотри, твоя тачка в два раза дешевле моей. То есть, как бы, и ты едешь 340. Да, ну это блядь, это же мы по кочкам катаемся. Ну, так-то тоже верно, как бы, да? Ну вот я здесь еду, ну слушай, управление хорошее, очень хорошее. Да, у нее везде, да, катался мне, она прям вообще... Блин, мне прям нравится, слушайте, ребят. Ну Макларен, конечно, догонит. Конечно, Макларен обгонит, перегонит и догонит, это понятное дело. Но все равно Макларен сколько стоит, Порш, как бы, да, 911. Так что это прям... Спокойно. Мне интересно, я войду здесь в поворот так вот аккуратненько, как это бывает на Макларене. Мне просто интересно, сколько я... Да. Олег, вообще... Да, конечно, на поворотах, на скорости тяжеловато. Олег, ты зайдешь вообще четко, бля, поверь. Спасибо, Андрюха, спасибо. Слушай, ну мне нравится на самом деле. Я бы, конечно, прямо сейчас поехал протяниговую машину, но я, пожалуй, оставлю это на следующий ролик, потому что, ну, сами, ребят, понимаете, да, как бы денег нет, а на эту тачку, я уверен, что-нибудь... Денег нет, но вы держитесь, да, Олег? К
Кстати, да, поехали ко мне сейчас домой, Андрей. Я же совсем забыл, ребята, вам сказать про две машины, напомнить, которые разыгрываются. И победители сегодня как раз и у нас появятся. Вот, именно в этом видосике они объявятся, как бы, да, я их выберу. Вот, и у нас заберут они два автомобиля. А это что сейчас было такое вообще? Это как? Ну я разбился, отстой, Андрей. А, бля, я понял. Олег, ну я не хочу туда ехать. Куда? Ну в твой гадюжник этот, бля. Ты там же живешь, в смысле, ты чё прикалываешься? Мы же в одном, ну что вы, на одну улицу. Олег, где там лежишь? Привет. Я не могу инвентарем воспользоваться. Ксения, надо поднять. Он Порш забрал! Угнал Порш мой, Андрей! Андрей! Я его, Олег, сейчас устраню. Андрей, он Порш забрал мой! Забери! Он забрал! Зачем? Ну не надо, нет! А это что было сейчас такое? Это Макларен пролетел. О, новая больница! Кстати, ребята, короче, добавили, конечно, помимо тачек, куча всяких еще есть обновлений. Вот, добавили не только машины, добавили еще новые интерьеры. Отличный повод, Олег, в больничку было зайти, да? О, да, кстати, да! Добавили новый полицейский участок, который, по-моему, находится где-то теперь... А, так прикинь, я знаешь, в какой больнице появился-то? В новой? Да, которая в Сэнди Шорс находится, а не которая в городе. Которая в Кэнди Шоп, да, Олег? Да, так что ты можешь, в принципе, заехать за мной. А вон им на Кэнди Шоп. Блин, нифига. То есть, смотрите, ребят, все, теперь я могу вот здесь вот появляться. То есть, если я умер где-то недалеко от этого района. Блин, это круто. Так, подожди, и новый полицейский участок вроде бы тоже добавили, да, где-то или нет? А, вот, да, полицейский участок, вот он находится вот в этом. Блин, а, в Палета Бэй, вот он находится в Палета Бэй. Вот, и то есть, помимо всего этого, добавили кучу новых профессий, добавили рыбалку, кстати, да, добавили рыбалку. Теперь... Рыбалка. Ой, теперь можно зарабатывать деньги и таким образом. Так, Андрюх, давай, короче, к моему дому дуй. Сейчас, давай встретимся там с тобой и... О, так у меня тут рядом уже вертолет можно заспамить, у меня тут как раз-таки, смотри, удобно. Реально, слушай, а подожди, а мне интересно, новые вертолеты, самолеты какие-то добавляли или нет? Нет, не добавляли вам, нет. Я знаю, добавили... новый катер добавили. Новый катер добавили. Да, прикиньте, ребят, добавили новый катер. Катер Бугатти, который... Сколько он стоит, ты не знаешь, Андрей? 40 лямов. 40? Да. Серьезно? Он какой-то, на удивление, дешевый какой-то оказался. Я почему-то думал... Это он дороже я будет. Я просто видел у вас в видосе, как вы наваливали на нем, и я просто в шоке был, если честно. Если он так же наваливает, я бы с удовольствием... Так ты подписчик, что ли, Олег, да? Конечно, конечно. Ты смотрел, да? Ты как подписчик был. Конечно, короче, ладно, все, сейчас мы окажемся у меня дома, вот так вот по щелчку пальца и продолжим. Андрей, а тебя ничего не смущает, кстати, не? Нет, у меня все хорошо. Да? А ничего, что Ксения сидит? Почему Ксения сидит у меня в машине, не у тебя? Она вроде была твоей девушкой, да? Вот ты какая тварь, оказывается, да? За друзьями до нашего. Короче, да, у меня, кстати, теперь два Поршака Каен. Получается, 911, и у Андрея еще пипец Поршаков развелось, на самом деле. Ну, я, скорее всего, продам, мне не нравится. Он какой-то очень валкий, тяжелый, не тормозит вообще. Ну, смотри, не, мне я точно свой продавать не буду, мне он очень нравится. Так, короче, друзья, да, давайте я вам покажу, собственно, автомобили, которые... Да ты что делаешь, слышь, ты? Давайте я вам покажу тачки, которые стоят у нас сейчас на розыгрыше. Они у меня вообще стоят в гараже. Вот они, да. Два автомобиля, значит, Гелик и Е-класс, да. Е63С, ребята, вот они стоят у нас на розыгрыше. И прямо сегодня вы узнаете имя двух победителей, которые заберут эти тачки. Ну что ж, я на самом деле на этом сегодня предлагаю закончить. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот видос. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Огромное спасибо вам за поддержку. И огромное спасибо тем людям, которые пользуются нашими промокодами при регистрации. Если кто не знает, как это сделать, вы заходите в игру, нажимаете на... находясь на сервере, нажимаете на F2. Дальше переходите в реферальную систему, и здесь вы можете ввести промокод кофе либо PL-NNQ. Вот, за это вы получаете огромный бонус при достижении какого-то определенного уровня, и просто кайфуйте и играйте, тем самым поддерживаете не только нас, но и, конечно же, помогаете себе. Ну что ж, на этом сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Кофе и Андрюша Дефай. Не забывайте подписываться, по ссылочке находится в описании. Всем подсказки, кстати, друзья, и всем пока. И всем пока. Итак, друзья, прямо сейчас мы с вами узнаем имя наших двух победителей, которые заберут эти два автомобиля. Первый победитель у нас получает Mercedes E63S. Победитель номер два у нас получает Mercedes G63 AMG. Итак, вот у нас страница с конкурсом. У нас сделано почти 1500 репостов. Копируем ссылку. Далее мы приходим в приложение, которое определит там тех двух победителей. Ссылку на конкурс я уже оставил. И выбираем его на основе репостов. Итак, определяем победителей. Прямо сейчас приложение выберет нам двух победителей, которые заберут этот приз. Первый победитель уже есть, и второй у нас тоже имеется. Итак, победитель номер
1 это Глеб Тихомиров, и победитель номер 2 это Сергей Вокал. Ну что ж, давайте зайдем к ним на страничке, посмотрим вообще, что у них там такое. Ну сразу красуется тот репостик, это хорошо. И здесь у нас тоже сразу красуется репостик, и это тоже круто. Так, давайте сейчас обоим напишем в ВК, что они победили, и чтобы они забрали свой приз. Так, ну все, ребят, я с ними связался, обоим написал сообщение по поводу того, что они выиграли автомобиль, и осталось дождаться только теперь момента, когда они смогут зайти на сервер, чтобы я передал им машину. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился этот конкурс, но не переживайте, не расстраивайтесь, те, кто не победил в этом конкурсе, впереди их будет еще очень-очень много, поэтому просто следите за новостями, смотрите видосы и все будете знать. Ну что ж, на этом сегодня все, всем спасибо, всем пока.